Я вам сейчас передам коллективный договор закрытого акционерного общества «Первый контейнерный терминал» на 2008-2011 год каждому. И тема лекции сегодняшней у нас связана с коллективным договором. Она называется «Норма творчества работников». Норма творчества работников. Значит, могут ли работники предприятия сейчас, оставаясь работниками, не попадая в Думу, не имея права законодательной инициативы, могут ли они повлиять на правовую систему России? Вот как стоит вопрос. И имеются ли для этого юридические условия, которые это позволяют сделать? Вот если мы так поставим вопрос, а поставить нас так вопрос заставляет сама тема нашего курса, который состоит в выяснении политических составляющих социально-трудовых конфликтов. То есть если мы просто берем эти социально-трудовые конфликты и рассматриваем самих по себе, без соотнесения с правовой системой, то это один подход. То есть тогда мы не берем политический аспект. А если речь идет о том, что в ходе того или иного конфликта влияют работники на формирование правовой системы, то это понятно, что это уже политический аспект. Вы знаете, что вообще, вот если подходить, так сказать, с верхних точек и рассматривать сверху формирование правовой системы, то это все выглядит так, что есть такие субъекты, которые имеют право законодательной инициативы. Вот здесь присутствующие имеют право законодательной инициативы? Кто-нибудь? У вас есть законодательная инициатива? У меня нет. У вас нет, а у вас? И у вас нет, и у меня нет. Значит, право законодательной инициативы – это значит право на то, чтобы то, что вы написали в качестве законопроекта, рассматривали бы соответствующие, а именно законодательные органы. То есть написать вам проект закона никто не мешает, правильно? Вы идете в магазин, берете, покупаете пачку бумаги и пишете законопроект. Так, кстати, и надо делать. Здравствуйте, заходите. Вот. Отдайте премию тем, кто пришел вовремя. И пишите законопроект. Но ваш законопроект, пусть он будет прекрасный, распрекрасный, замечательный, соответствующим требованиям вообще прогресса, вполне совместимый с имеющейся правовой системой, только ее улучшающий. Тем не менее, какая ваша дорога? Если вы придете там, в законодательное собрание Санкт-Петербурга, он скажет, а вы кто такие? То есть для того, чтобы это был законопроект, надо, чтобы с ним выступил какой-то из субъектов законодательной инициативы. Кто у нас субъекты? Это, во-первых, депутаты Государственной Думы. Дружите с депутатами. Мне приходилось эту работу проделывать, когда я говорил вот о проекте Трудового кодекса России. Мы дружили со следующими депутатами. Шандыбин Ионов, Корсаков, Григорьев. Четверка первая внесла. Вторая группа, это один человек был Авалиани Тимурат Георгиевич, депутат Государственной Думы следующего созыва. Он был председателем рабочего комитета в Кузбассе. Довольно известная такая фигура. Затем Олег Васильевич Шейн, который сейчас в Астрахани депутат. А он был депутатом Государственной Думы. И вот, так сказать, как бы считался этот проект Фонда Рабочей Академии, разработанный Фондом Рабочей Академии, но внесенный депутатом таким-то. Сначала этими, потом этими, потом этими. Теперь кто у нас еще имеет право законодательной инициативы? Правительство. Товарищ Медведев имеет право законодательной инициативы? Нет. Не имеет. Председатель правительства не имеет. А правительство имеет. То есть правительство, вот от имени правительства он может внести. Президент имеет право законодательной инициативы. Верховный суд. Вот арбитражный суд имел, но вот теперь они слились, так сказать, одним субъектом стало меньше. Теперь члены Совета Федерации и законодательные органы субъектов Федерации.
То есть вот законодательная инициатива может проявить совокупно законодательное собрание Санкт-Петербурга или законодательное собрание Ленинградской области. Если вы подружились с депутатами законодательного собрания, ну вот, например, мы сотрудничаем с Алексеем Васильевичем Воронцовым. Он депутат законодательного собрания. Значит, если мы принесем ему законопроект, то он не от нашего имени, а от своего имени может выступить на законодательном собрании, убедить законодательное собрание, если ему удастся, а это не так-то просто. И если законодательное собрание к этому присоединится, то вот этот законопроект обязан рассмотреть Государственная Дума. Вот что имеется в виду под инициативой. Под инициативой имеется в виду не такая инициатива, которая упрется в тупик, а такая инициатива, которая должна быть рассмотрена в законодательном органе страны. И вот, при том, что мы рассматриваем с вами совсем другой уровень, уровень предприятий, организаций, значит, есть работники, которые разработали некий документ. Вот тот документ, который находится перед вашими глазами. Разработка этого документа – это, по существу, создание некоторой конфликтной ситуации. Конфликтный почему? Потому что если вы сделаете хороший проект, комплексный проект всех требований, которые выдвигают работники к своему работодателю, по всем аспектам жизни предприятия, по всем аспектам и условиям своей жизни, и это будет единый такой комплексный документ, продуманный всесторонне, и в то же время вполне реалистичный, но не такой, что вот мы там придумали, что нам в голову взбредет. А надо, так сказать, сделать то, что вполне совместимо и с экономикой предприятия, ее не разрушит, а укрепит. То вот этот документ называется проект коллективного договора. А если в ходе процедур, которые обычно совершаются в ходе коллективного трудового спора, а опыт говорит о том, что ни разу прогрессивный коллективный договор не был принят без коллективного трудового спора и не может быть принят. То есть, если это такой вот сборник, в котором собраны законодательные положения, которые касаются данного предприятия, то это никакой не коллективный договор. Потому что, согласно Трудовому кодексу, в коллективный договор могут включаться положения, которые улучшают положение работников по сравнению с тем, что прописано в законах. А вот если они ухудшают, то нельзя. А если они не улучшают, то никакого смысла в написании такого документа нет. Потому что если они не изменяют положение работников в лучшую сторону, ну так есть для этого законы. Хотя можно сказать, что есть вот как бы сборник таких вот законодательных актов, которые должны быть всегда под рукой, чтобы я мог показать, сказать, вы не ухудшаете по сравнению с законом, вы нарушаете. То есть если есть вот такая польза, чисто утилитарная, то это своего рода просто сборничек выдержек из закона о труде и других законов, там, о профсоюзах и гарантиях, правах и гарантиях их деятельности. А если в ходе, в результате коллективного трудового спора этот договор будет подписан, то он представляет собой, согласно закону, локальный нормативный акт. Это что значит? Это значит, что он вошел в систему права. То есть его обязаны выполнять те, кто под ним подписались, и работодатели, и работники, и появляется конституция предприятия. И люди, которые могут составить коллективный договор, потенциально могут составить любой другой юридический документ, любой законопроект. Вот не случайно вот мы вдвоем разрабатывали проект Трудового кодекса, но я бы его никогда не разработал, если бы я его разрабатывал только с позиции, там, скажем, теоретических и правовых. А другой автор – это Константин Васильевич Федотов, начальник, он 17 лет отработал докером, механизатором, был председателем правкома докеров морского порта Санкт-Петербурга, потом начальником консалтинга правового отдела, он закончил лесотехническую академию по экономической специальности, экономист, и закончил наш Санкт-Петербургский государственный университет, Институт повышения квалификации по правоведению. И вот, так сказать, он… Поскольку у него колоссальный опыт работы с полдоговорами, он, собственно говоря, такую основную работу, можно сказать, и проделал. Благодаря чему этот проект, который мы подали, был не оторванный, так сказать, не висел в воздухе, мало ли кто чего придумает. И благодаря этому нам удалось переиграть и правительственный проект, и проект Московской городской думы, и проект Восьми профсоюзный, и проект Яблочный, и проект ЛДПРовский, с которым выступил Митрофанов, сейчас скандально известный. И только комиссия СЛИСКА, которая, как сказать, собрала
всех, кого можно было. Из нашего проекта взяла тоже лучшее, надо ей отдать должное. И, так сказать, в этом смысле выиграла. То есть люди, которые могут составить хороший проект коллективного договора, это люди, которые могут вообще составить любой законопроект. Но сам по себе этот вот, это как бы вот улучшение закона, но применительно к работникам этого предприятия. Если другие предприятия, другие коллективы тоже, то изменится некий средний уровень благ, которые, так сказать, которыми обладают, располагают работники. Тогда, опираясь на него, можно изменить доказательство законодательства уже в целом. То есть это как бы вот то, что приводит к изменению законодательства. Не сразу. Поэтому от размаха, так сказать, рабочего движения, от размаха, вот, так сказать, этой всей работы коллективно-договорной, которая в советское время была такой, которая затрагивала меньшинство коллективов. Если вы возьмете предприятия в советское время, то на многих были коллективные договора, но далеко не у всех. Пятая часть. То есть никто не обязывает вас иметь коллективный договор. Вам надо? Пожалуйста. Проявляйте инициативу, организовывайте. Вам не надо? Ну вот, вы будете иметь то, что есть. Скажем, что такое у нас рабочая неделя? Сколько у нас часов рабочей недели? Скажите, пожалуйста, согласно закону. Вопрос на засыпку. Я же сказал на засыпку. 8 на 5. А вы что скажете? А вы скажете, что вы меня спрашиваете, у меня гораздо больше. 32. Нет. В законе написано до 40. Ну, не более. Так видите разницу, нет? 40 это значит, вот если 40, то извините. А вот если до 40, так, пожалуйста, в коллективном договоре можете сделать 38, можете 32. Пожалуйста, нет никаких ограничений. Или, скажем, вот есть отпуск. Скажем, у нас, у работников вузовских, у нас так и называется удлиненный отпуск. 56 дней календарных. Ну, как вы понимаете, никто не отказался бы из работников. Ну, нам как бы этот отпуск делают с учетом того, что нет студентов летом, так сказать, вроде как это надо существовать. Граждан, некоторые это воспринимают так, что раз у нас такой длинный отпуск, значит, мы так сильно устали, не так, как вы. Вот. Я думаю, это не так. Я думаю, что никто бы не против отдохнуть. Да, вы бы не против 56 дней. Первые 20 дней вы бы, так сказать, вздохнули, передохнули, сделали бы хозяйственные дела, а потом бы начали уже отдыхать. А у нас еще есть возможность еще что-то и написать. Потому что надо подготовиться к новому семестру. Ну и прийти не так, чтобы я в последние, так сказать, дни что-то делал. Вот я вам методичку вот выдавал всем, но я эту методичку летом написал, летом издал, и пришел, принес, так сказать, кафедру, обрадовался, потому что здесь была, так сказать, аттестация кафедры, и надо было показывать бумаги, а тут бумага свежая, пожалуйста, вот здесь красота. Издана уже, все хорошо. Поэтому вот кому докеров одно время, вот в этом договоре этого нет, а этот договор продлен до 2014 года, он прекратил свое действие с 1 августа этого года. То есть он очень свежий, то есть, и взятый из самой жизни, а не откуда-то, не с потолка, и не какой-то методический материал, который кто-то придумал, написал. Это, раньше у них был тоже 50-55 дней отпуск. Потом на одном этапе, несмотря на сопротивление тех, кто им советовал этого не делать, и мое в том числе сопротивление, как консультанта, они решили поменять на рост зарплаты. То есть сократили число отпуска, зато им, значит, увеличили зарплату. А потом инфляция съела эту зарплату, одни уже вы не вернете их. И сколько я им не пытался доказать, что если вы имеете лишние отпускные дни, то, во-первых, вы на них плачете, их оплачивают. Во-вторых, вы в отпуске, вы не имеете права работать. Если вам хочется заработать, работайте. Получите свои отпускные за эти дни, еще и работайте. А вы взяли, сменяли, потом у вас деньги эти съела это гидроинфляция, и все. Ну, они теперь признают, сознают, но уже у них сократились отпуска. А переход на инвалидность увеличился, потому что для того, чтобы, так сказать, восстановиться после такой работы, какая у них, конечно, требуется не такое время отдыха. То есть вот эта та линия, по которой люди приучаются вообще участвовать во всяком деле управления, потому что они обдумывают свою жизнь, как ее устроить. Во-вторых, они добиваются этого своей коллективной борьбой, два. И в-третьих, они реально меняют в этой борьбе, меняют правовую систему в сторону улучшения, они ее улучшают.
Вот на этом припять, вот на другом, вот на третьем. Причем вот вы полистаете, только вы откроете и полистаете, вы видели там много печатей на страницах? Вы видели какой-нибудь еще такой, другой коллективный договор? Не видели. Если видели вы их, то обычно так вот кончается коллективный договор, подпись председатель правкома, генеральный директор. Вот закончилась подготовка этого договора, он шел с боями по частям, отыгрывали каждое положение, каждое приложение и так далее. И под каждым приложением и положением подписаны этим председателем, с одной стороны. Там здесь вдобавок был двойной орган, представительный, единый. Два профсоюза участвовали. Один профсоюз докеров, а второй профсоюз работников водного транспорта, ПРВТ. Образовали единый представительный орган, который представлял интересы большинства работников. Ну и, так сказать, надо с ними было считаться, иначе, так сказать, они соберут конференцию, все равно их будет большинство на конференции. И вот работодатель, когда закончилась вся работа по колу договора, кончился коллективный трудовой спор, отказался наотрез подписывать этот коллективный договор. Председатель правкома был в ужасе, что делать нам, как быть, давайте будем писать, давайте бастовать. На что я, так сказать, как консультант вот правкома докеров, зао ПКТ, первый контейнерный терминал, сказал, ну зачем вам что-то бастовать, давайте напечатаем его. Напечатаем, ведь у вас же подписан там не только, там у вас каждый лист еще подписан, обратите внимание, чтобы никто не мог там ничего поменять. А такие случаи были, например, товарищ Кудрявцев Владимир Михайлович, завод «Электромаш» Нижний Новгород, нам рассказывал, как у них плодотворно идут переговоры, какой у них хороший проект. Переговоры закончились, а потом они им показывают администрации, какой получился договор. Он вообще не такой, о котором договорились. Я говорю, вы протокол ввели? Нет. Ну, говорю, вы молодцы. У вас же коллективный трудовой спор. Вы же спорили. Но если вы спорили, вы, так сказать, должны понимать, что надо все это фиксировать обязательно. Каждый раз, каждое заседание, протоколе, чего, о чем договорились, сколько страниц, как и так далее. И конкретные формулировки. Впустую это все. А что вы делаете? Ну, что делать? Научите в следующий раз. Ничего теперь не делать. Если вы ничего не фиксировали, ничего не отмечали, что вы, так сказать, ну, вы понимаете, что это конфликт? Если конфликт, то есть одно дело, если я с вами не конфликтую, мы так пошли и поговорили. Но если мы конфликтуем, то вы скажете, я так говорил, а я скажу, нет, он не так говорил, так вы тогда должны фиксировать, обложиться бумагами, а иначе нельзя. И вот вы здесь посмотрите, поскольку на каждой странице, то есть в каждом разделе есть подписи и печати двух сторон, юридически это абсолютно эквивалентно тому, чтобы он подписан был в конце. То есть вы же всегда будете вот там, если касается условий труда, возьмете эту вот статью, а если касается зарплаты, вот эту. В статье вот этот раздел. Поскольку это все здесь прописано, поэтому я говорю, допечатайте его спокойно. Они напечатали. А что будет администрация? Я говорю, а что администрация? Она ничего не может иметь. Это все же подписано обеими сторонами. Напечатали, подарили администрации. Все эти работники администрации, и главный экономист, главный там, юрист и прочие, всех, кого затрагивает этот коллективный договор, соответствующий подразделения, они сказать, поблагодарили, потому что им этим пользоваться надо. И все, и вопрос с этой подписью, он больше никем не поднимался. Но вот по этому тексту, поскольку он сделан, видите, скопирован еще, можно видеть, так сказать, следы этой борьбы, которая была за этот самый коллективный договор. В этой борьбе докеры использовали работу по правилам, а именно, то есть такой способ, когда они вдруг объявляют, что мы вот будем, мы и так по правилам всегда работаем. Но вот сейчас, поскольку нужно, чтобы меньше было нарушений всяких производственных, безопасность надо обеспечить, мы будем работать строго по правилам. А что такое строго по правилам? Строго по правилам – это вот я пришел на работу, что нужно сделать строго по правилам? Проверить, прямо проверить все оборудование. Не, рано. Сначала надо вызвать инженера по технике безопасности. Пусть он придет. Ну, тут не итальянская. Итальянская там у них меньше производится. А они столько же производили каждый день, столько же. Потому что думали, что это ударит по их карману у докеров. Они это не ударяло. Почему? Потому что они сначала, вот они это все, так сказать, сначала до конца. Во-первых, надо приходить. Раньше они приходили за полтора часа до начала работы. Ну, как вообще, хорошие рабочие, все наладят, приготовят. Потом начинают. Тут вот товарищ Тимофеев, так сказать, ходил по причалу, говорит, ты что пришел так рано?
Трикбрехер. Тебе сказано, во сколько я начал работать? 8. Вот 8 и приходи. Чтобы я тебя не видел завтра здесь в это время. Это раз. А во-вторых, пригласили инженера по технике безопасности. Так положено. Опасные грузы. Надо знать все правила подъема, транспортировки, крепления. А придавит, а задавит. Кто будет отвечать? Значит, он обязан излагать. Ну, 20 минут он излагает. Потом начинается вопрос. Вы сколько времени можете мне задавать вопросы? Скажите, пожалуйста. Учитывая ваш уже, так сказать, уровень. Да, и вы можете целый день задавать вопросы. А это какое время? Рабочее. Да, потом пригласите еще и хорошо бы генерального, потому что вот непонятно, вот он генеральный, кстати, у них любит иногда выступать генеральные, они как-то те их все спрашивают, они не понимают, что они уже участвуют в своего рода такой коллективной акции. Ну вот потом идет то, о чем вы сказали. Нет, потом надо еще проверить, пойти. Ну, скажем, на 10 сантиметров троса должно быть не больше одного обрыва проволочки. Давайте все проверим. Подойдем, посмотрим. Все проверили, все хорошо. Это забарковали, а все остальное хорошо. Потом идем технику смотреть. И что, хорошие люди, так сказать, знающие, не найдут дефектов техники? И вот вы в нетерпении стоите, записали уже в журнал, что нужно отремонтировать вам вот это, вот это, вот это, вот это на погрузчике. А они все не могут отремонтировать, эти вот работники соответствующих служб. Вы говорите, ну когда я могу сесть, когда я сяду за своего коня, когда? Ну и вот где-то уже к обеду, вроде бы тут надо или начинать работу, но можно уже готовиться и к обеду. Так, все вроде хорошо. Это не то же самое, если вы ушли, допустим, во время забастовки, а на ваше место бы прислали вы каких-нибудь других работников. Там у них есть морское кадровое агентство, которое в два раза меньше получает, с удовольствием прибегут. Но у вас место занято, тут все, тут не влезешь сюда. После обеда интенсивный труд выполняется 101% нормы. Вообще они обычно выполняли 160-180. Ну, 160-180 они не обязаны выполнять, правильно? Они выполняют 101. 101, какие-то претензии могут быть со стороны? Нет. Что, я обязан 102, что ли? Нет, не обязан. 101. А поскольку они это выполняют, так сказать, за короткое время, у них есть такое понятие приработок. Если за короткое время выполняется объем, то дополнительные премии. Ну, они, конечно, поменьше немножко получают, чем раньше, но достаточно приемлемо. Воскресенье работу исключить. Сверхурочную работу исключить. Вот если я вас потребую сверхурочную работу от вас, вы же имеете право не соглашаться, правильно? Ну так-то вы вроде соглашались, но тут вы говорите, вы понимаете, я-то с удовольствием бы, но вот эти троглодиты, они же меня убьют, если я пойду сверхурочно. Они скажут, они меня задушат, вы пожалеете меня, я что могу делать? Все. Короче говоря, вы видели, там есть виадук на выезде из Автово? Этот виадук появился после забастовки, вот после такой работы докеров. Там находится третий терминал. Вот как раз вот этот зал ПКТ, и потом четвертый. Терминал «Инева Металл», три там компании. И вот там образовалась колоссальная очередь из вагонов. Потому что раньше грузили, потому что выполняли на 160 на 80%, не стали только на 101. И все, это все перекрыто было движение. Ну и вот стратегически решили эту проблему. Но не сразу, как вы понимаете. То есть пришлось сделать этот виадук, чтобы в случае вот такого поведения, вполне законного, а что можно сказать этим докерам? Ничего нельзя им сказать, они не обязаны. Дескать, мы к вам по-доброму, вы к нам по-доброму, вы к нам не по-доброму, и мы, так сказать, выполняем то, что мы обязаны делать, и все. А в каком году это появилось? Это было лет, вот когда появилось, ну, по-моему, лет уже, наверное, 8, наверное. Вот. А этому договору вот, больше, чем 10 лет. Он все время продлевался. То есть... Понятно, что вот был такой конфликт, и в этом конфликте были применены такие средства, которые, ну, с ними трудно вообще бороться. Потом безопасность. Вот там есть такие докеры, виртуозы, которые ездят с контейнерами со скоростью 30 км в час. И тут вдруг генеральный директор подходит к окну и видит, что что-то как в замедленном кино. Все едут, подгружают, так все вот так идет. И все строго, потому что мы должны обеспечить безопасность. Кто отвечает за безопасность? Ну, тот, кто работает.
Никто не может потребовать, чтобы давайте быстрее вот эти 20-тонные, 20-футовые контейнеры, гоняйте их быстрее. Можете вы там, тем более там такие случаи, когда контейнеровоз раздавил человека, нередко бывает. Или там был случай, когда погрузчик вместе с контейнером сбил ограждение, свалился на лед, разбил лед, утонул погрузчик, контейнер и докер. Поэтому как вы можете? Никто ни слова этим докерам не сказал, которые медленно ездят в целях безопасности. Но там еще есть одна проблема. Значит, вот там встал корабль на погрузку. Ну, если вот раньше его разгрузили, он вечером мог бы и уйти. А так он уже не успел войти в морской канал. Это страшные расходы, которые несет тогда порт неустойки. Но это уже дело как тех. Ну, вы не хотите, так сказать, пойти навстречу, причем мы должны вам идти навстречу. То есть компромисс должен быть обоюдоострый. Компромисс – это когда вот я иду вам навстречу, и вы мне навстречу. А если я вам навстречу не иду, а только вы должны идти мне навстречу, так это я уже с моей стороны грабеж. Правильно? Никакой это не компромисс. Хотя это тоже говорит, давайте пойдем на компромисс. Я вот собираю телефон, ручку, вот это все, и давайте куртку снимайте, компромисс. Скажите, какой же это компромисс? Давайте свой пиджак, что у вас в карманах, это будет компромисс. А так-то, это же никакой не компромисс. Вот. То есть, надо сказать, что здесь, конечно, не так это проходит, как в Думе, когда обсуждают депутаты и голосуют. Но это своего рода голосование. Теперь, в чем трудности большие? Для того, чтобы вот такие вещи делать, нужно очень сильное единство коллектива. Очень сильно. А на чем построено, может быть, единство? Да на том, что проделана очень большая политическая работа. А почему политическая? То есть надо, чтобы люди понимали, что они делают, за что они выступают. Они просто там, кто это может скомандовать? Что может профсоюз скомандовать, что солдаты это? Потом профсоюз это, можно считать, что это союз единомышленников? А? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это про партию можно сказать. Партия это союз единомышленников. Политическую. Про профсоюз, какая разница? Вот я, допустим, вот за Единую Россию, вот вы за справедливую, вы за ЛДПР. Ну, мы сейчас за то, чтобы сократить отпуск. Так мы можем у вас по этому вопросу соединиться для того, чтобы сократить отпуск, увеличить зарплату и уменьшить вредность, а если о вредных производствах давали молоко, а не заменяли куревом. Можем? Можем. Для этого мне нужно знать программу этой вашей партии. Мне это абсолютно не интересует. Вам, может, не нравится Единая Россия? Ну и что, что вам не нравится? Но вы хотите молоко получать за вредность? А там вредные производства. Вот и все. То есть никакие профсоюзы никоим образом не ставят вопрос о том, что нужно, так сказать, тут единство позиций политических. Ни в коем случае. И даже вот если мы возьмем там представителя совершенно определенной политической позиции Ленина, да, большевиков. Он говорит, что большевики должны работать даже в самых желтых профсоюзах. Он 100 раз желтые там, как бы они можно сказать, проникнуты духом соглашательства, там, с буржуазией и так далее. Ну и что, и работаете в них? Почему нет? Это же люди. Вот, и у них есть свои интересы. То есть вот искусство выражать интересы – это политическая работа, на самом деле, большая. Значит, как это выглядит применительно к коллективному договору? Есть у нас такие люди, которые читают юридические документы, прочитали этот кодекс и начинают действовать. Владимир Григорьевич, перезвоню, у меня лекция сейчас, после лекции позвоню. Угу. Товарищ Марахов, заслуженный деятель науки. Уважаемый человек, ну, лекция. Как поступают вот люди необученные, так сказать, не понимающие, как разрешаются конфликты, как они возникают, какие бывают конфликты. Вот люди, которые поднимают какие-то требования, какой-то вопрос, они должны представлять себе, на что натолкнется это требование, правда? Вот если я сейчас буду задумать, сейчас вам преподнести конфеты, я так не думаю, что будет сильное сопротивление. Может, вы так будете отвлекать, но не так прямо уж совсем. Да? Вот. Я что-нибудь... будет связано с тем, что давайте я вас отберу что-нибудь, да, давайте я стул-то унесем, а вы постойте пока. Ну, вы когда скажете, что это мне не очень понравится. То есть, если я с этим буду выступать, значит, я должен буду рассчитывать на какое-то сопротивление или недоверие с вашей стороны. Поэтому люди, которые обдумывают свои действия, то есть рассчитывают, вообще всякий политик отличается от неполитика тем, что он
досматривает до конца то действие, которое он начинает. И вот тот, кто досматривает до конца, должен понимать, что как только он придет на переговоры, он сядет с людьми, которые всю жизнь занимают, работают языком, а он всю жизнь работает руками. И он хочет у них, так сказать, выиграть, он их вот, их сядет 5 человек, они переубедят главного генерального директора, значит, директора по режиму, главного экономиста, юриста, который тут собаку съел, все законы знает. И вот с таким, и я очень часто, и вот с таким настроением люди идут на переговоры. Просто удивительно даже. Но их освобождают согласно закону. У нас закон обязывает освободить для участия в переговорах, если речь идет о коллективных переговорах, до 3 месяцев с оплатой по среднему. А если коллективный трудовой спор, само собой, тоже до 3 месяцев с оплатой по среднему. Ну и что, вас оплачивают, вы сидите, разговариваете, попиваете вот так водичку. Я вам сейчас выдам из своих закормов. Когда мы разговариваем, а я генеральный, то я вам еще и кофейку налью, давайте поговорим. А у человека никогда не был в кабинете генерального директора, сидит довольный такой. Потом раз и смотрим, что как было 24 тонны на одного докера в смену, так 24 тонны вручную записано здесь. Это гарантия, что будет в профессиональной базе. Гарантия. А в проекте стояло 12. И вот пришел очень уважаемый человек, фамилии даже не хочется называть. И на первом же заседании, а те люди, которые выделены на переговоры, они имеют право, так сказать, подписания. И протокол подписали, что по этому пункту оставить 24 тонны. Да ради того, что мы так с вами мирно говорим, почему какие-то тонны там мелочь, правда? Что потом мучиться, сколько людей будет. Так и записано, 24 тонны при ручном грузе. Ну, правда, его мало стало, этого ручного груза, но, тем не менее, норма, вот если вдруг придется какой-то ручной труд, то норма остается такой. Поэтому, когда надо писать письмо в администрацию? Очень не скоро, очень не скоро. Если подходить к этому делу политически, что нужно сделать? Сначала нужно написать проект коллективного договора. Сколько человек может написать проект коллективного договора? Как вы думаете? Сколько человек надо, чтобы написать проект коллективного договора? Как минимум 2. Как минимум 1. Один диктует, другой пишет, правильно? Один пусть напишет, один. Поэтому, когда значит, нам не дают, ну как, вот как я могу вам не дать написать проект чего вы хотите? Я как-то был на конференции в Алмате. Выступает доцент, говорит, нам не давали, было такое время, нам не давали писать. Я говорю, ну как может быть такое время? Ну что вы рассказываете как-то несерьезно? Пошли, вы купили бумаги, чернила, написали, положили в стол. Давайте из вашего стола доставайте, я напечатаю. У вас есть? Нет. Значит, у вас просто вы умственный лентяй. Ну вы бы написали? Сейчас бы вы достали и опубликовали. А я вам хочу сказать другое, что мы всегда держались другой позиции, что напиши, по моменту, когда ты закончишь, уже найдется где и как опубликовать. И люди, знающие этот закон, так и делают. А у Энгельса прямо написано, что идея приходит тогда, в силу отставания сознания от бытия. Идея приходит тогда, когда уже для ее осуществления созданы материальные условия, потому что первичные-то материальные условия, а не идея. Это мы потом только до нашей головы доходим, что это нужно вот сделать. Или они, по крайней мере, находятся в процессе становления. То есть еще не совсем созрели эти условия, но надо еще побороться. Ну так вы немножко-то пошевелитесь немножко, если вы хотите. Но если это ваша, допустим, книга, так вы отнесите хотя бы рукопись-то в издательство. Или пойдите к руководству, попросите там и так далее. Найдите сторонников, найдите рецензентов. Что проблема раз найти? Какую идею у нас не поддержат прогрессивную? Я такого не знаю. Я вот давно очень в университете. Я не знаю такого случая, чтобы невозможно было издать. Ну, не знаю. Можно, конечно, доказывать, мне не взяли. Ну, почему надо было убрать? Найдите, кто его поддержит, кто выступает за это. Из авторитетных людей. Я все время видел, что очень крупные, серьезные ученые всякие серьезные, крупные вещи поддерживают в нашем университете. Не только в университете, везде так. Так что первое, что надо сделать, составить проект коллективного договора. Теперь скажите мне по-честному, раз мы имеем дело не с партией, которая союз единомышленников, и не с авангардом трудящихся, а с обычными рядовыми членами профсоюза, и не членами профсоюза, которые участвуют во всем этом действии должны. Вы что, руками только членов профсоюза будете коллективные действия организовывать?
Что вы должны сделать? Вы, во-первых, вы должны этот проект кому дать? Вы должны дать это кому, каждому человеку или нет? Поэтому мы сделали небывалое дело вот в этом. Мы напечатали проект и выдали каждому, каждому докеру. А сколько там докеров? Там 600. А что такого страшного-то, Боже? 600 мне выдали как президенту фонда. Вот из этого суммы я вам выдаю. 1000. Говорит, что, ну 1000 напечатаем, ну проблема. Другие мы давали на Российском комитете рабочих, в другие регионы. Почему? Чтобы люди брали и тоже, так сказать, тоже поднимали уровень. Если будет это подниматься везде, то он и везде пойдет. Ну, расскажите теперь, как на духу. И что, будут все читать, что ли, ваш проект? Вы отдать-то вы должны. Вот я вам дал, значит, я вам обеспечил право. У вас есть право теперь и возможность ознакомиться с проектом? Есть. А будете вы или не будете, это уже второй вопрос. Но если я вам это не дал, то я вас не уважаю, правильно? Если вы должны участвовать в каких-то действиях, голосовать, а я вам даже не дал проекта. А вы так полистаете там, и ладно. Но если я вас действительно уважаю, хорошо, надо еще на страничку написать, что там хорошего. Какие самые такие важные пункты, вы прочитаете, все, я понял, и его, вас уже не свернешь, да? Только вы можете написать выжимку, или вы только толстые такие можете писать, а вы кратко не можете написать, а что-то хорошего-то в вашем проекте. Вот это я, кстати, хотел бы от вас получить, чтобы вы, посмотрев это правда не проект, а некий уже готовый, но что-то в нем хорошее есть, которое, какие в нем изюмины, за которые надо, так сказать, захватиться и прицепиться, и надо выделить, и сказать людям, в чем там дело. Например, вот у вас замечательные там всякие блага. Но вас возьмут и уволят. Вас интересуют теперь эти блага? Вот, так сказать, все будет вот в этой части группы, все будет повышено, но только вы будете уже не в этой группе. Вам это интересно, правда? Интересно же, как товарищи будут развиваться. Поэтому здесь центральный вопрос, связанный с некоторыми изменениями в законодательстве, что в законодательстве нашем до 2002 года, по крайней мере, было согласование с профсоюзом. Хотя кодекс был вполне буржуазный, экзот уже был латан-перелатан, он был рассчитан уже на буржуазное время, но там вот не было такой нормы, что просто учет мнения. А появилось место согласования с профсоюзом, учет мнения. Допустим, вот я затеял, если я генеральный директор, затеял его уволить. Я пишу приказ и до свиданица. Раньше было так. Он идет в профсоюз и говорит, а вот там меня собирается уволить. Профсоюз говорит, мы не даем согласия. И все. Ничего не надо не обсуждать, не рассматривать. Не даем. Причем я видел вот диалог товарища Фомичева, председателя правкома первой стивидорной компании, и их генерального директора. Говорит, что же ты этих пьяниц не увольняешь? Я же тебе добро давал. Фомичев говорит генеральному. А он говорит, ну вот, нет, но я тебе давал за добро, согласие на увольнение. Ты их почему не увольняешь? Тебе нужно держать вот людей, чтобы они у тебя были под рукой и делали то, что тебе надо. То есть профсоюз, ну если там большие бригады, и там не только зарплата, но и здоровье, и жизнь зависит от коллективного труда, что вы там ничто, что-то не так делаете, да. Здравствуйте, заходите. Вы депримированы. Вам не достался проект, поэтому будете просить у других текст коллективного договора. Сейчас я о нем скажу. Поэтому профсоюзы очень так запросто не будут отказываться от того, чтобы дать согласие. То есть никакие бездельники, тунеядцы никому не нужны коллективу. Поэтому они освобождаются. А вот такие прихлебатели, которые напьются, и в то же время они в обойме ходят у начальства, и они срывают, так сказать, действия коллектива, они как раз не приветствуются в профсоюзе. Вот в то время, когда везде в законе исчезло это положение, в этом проекте оно стоит, согласование увольнения и других вопросов, затрагивающих коренные условия жизни работников по согласованию с профсоюзом. Почему? Говорит, вот в законе же, вот с учетом мнения. А в коллективном договоре-то может стоять то, что лучше, чем в законе для работников. Это характеристика коллективного договора. Вот хуже нельзя, а лучше-то, пожалуйста. Поэтому что значит? Мы же с вами по коллективному договору собрались, а не по
тому, чтобы сделать сборник извлечений из закона. Коллективный договор и описывает то, что лучше, и то, что лучше для производства и для работодателей. Ну вот, скажем, сокращение рабочего дня, которое прошло в мире во всем. Вот у нас при царизме было 11,5 часов. Уже временное правительство реализовало 8-часовой, буржуазное временное правительство, 8-часовой рабочий день. Что, хуже стало с экономикой от того, что перешли к 8-часовому? Мне как-то один пожилой рабочий рассказывал на заводе «Красная Сорма» в Нижнем Новгороде. Ну, они нам дают разбавленную зарплату, а мы даем разбавленную работу. То есть можно работу размазать на 11,5 часов. Если будет 8-часовой рабочий день, ну, люди будут по-другому работать. Но если вы знаете, что вам нужно выдержать там 12 часов, а то и больше, соответственно, вы уже так и работаете. Понятно, и ритм не тот, и, так сказать, не так это, так сказать, получается энергично. Поэтому ни от какого сокращения рабочего дня, которое происходило в мире, ничего плохого не происходило. Например, где во Франции какой сейчас рабочая неделя? Какой является? 35 часов. Это что? Можно было сделать так же по-глупому, как сделали у нас в России. Взяли и какие-то заводы или какие-то, значит, отраслевые учреждения ликвидировали. Это значит, вот вы работаете 8 часов, а нас нет. Вы ничего не можете сделать, потому что разделение труда. Нету того, из чего вы будете делать. Поэтому и ваш завод горит, и следующий завод, который от вас получает. А если я поставляю сотни, и вы поставляете сотни, это уже 100 на 100, это 10 тысяч предприятий, начинается лихорадить. Там же цепная реакция получается в экономике, если кто-то сбоит. А если мы возьмем, если у нас не получается сейчас, нету спроса такого, нет загрузки, ну хорошо, значит, сделаем 35, мало 30 часов, 25, 20 часов. Скажем, директор завода Калинина у нас на Васильевском острове очень умный, он сделал так: вот вы приходите утром, строго к началу, все сделаете то, что от вас требует все по кооперации. Все сделали, дальше можете уходить. Меня не волнует, когда вы уйдете. Меня волнует, чтобы вы пришли, и чтобы из-за вас, из-за того, что вы не пришли, чтобы что-то обрушилось. Вот когда вы все сделали, заготовку сделали на сегодняшний, на завтрашний день, все, до свидания. И никого не интересовало там на заводе Калинина, когда-то вы уйдете с работы. И ходите. А то, что вы там будете околачиваться, люди начинают околачивать, потом пойдут за бутылкой. И там вообще вы не нужны. Идите домой, отдыхайте, культурно развивайтесь. Хотя сейчас я узнал, что вот этот территорию завода Калинина продают, а завод Калинина отправили в Никольск. Это Тоснинский район. Чтобы здесь состав, если брать политическую оценку этого дела, чтобы структуру города изменить, чтобы здесь были только банки, торговые предприятия, спальные районы, бомжи, проститутки, спекулянты и так далее. Потому что вот если вы раньше пришли бы где-нибудь 23:30 на косую линию Васильевского острова, 23:30, так сказать, девушка пришла, она бы спокойно там прекрасно существовала. Потому что там люди выходили с работы, там и приходили на работу, там было оживленно, как на Невском проспекте. Солепрокатный завод, Балтийский завод, там еще на Кожевенной линии заводы, там тьма народу, и там совершенно безопасно. Ну, если это, вот как сейчас получается, значит, завода Калинина нет, так, значит, завод «Сигнал» тоже приказал долго жить, который на Васильевском острове, на проспекте Кима, ну и другие предприятия, вы знаете, судьбу их. «Вулкан», завод Карла Маркса, нет, завод «Марксист» назывался. Странное такое название, потому что вроде бы там работал один из рабочих, который разработал самостоятельно, независимо от Маркса, диалектический материализм. Ну, почему-то из-за этого был завод «Марксист». Там буква «М» стоит, а то, что он «Марксист», уже забыли. Кожевенный, по-моему. Да, Кожевенный завод. Меня туда не пустили, я рвался посмотреть. Говорит: «Нет, Михайлович, вы сходите в пиджаке, и будет ваш пиджак 2 недели пахнуть». Ну, отговорили меня. Но нету теперь такого завода. Короче говоря, структура города должна быть какой? И по смыслу города. Город – это средоточие экономической,
политической, культурной, духовной жизни. Да? Здесь должны быть рабочие, инженеры, ученые. Так? Затем должны быть учреждения культуры, искусства. А не так, как у нас, скажем, есть Hyundai, построили завод, и Nissan рядом с помойкой Волькина, там на дороге, около Конной Лахты. Там проехать, то мимо него проехать на машине с плотно закрытыми стеклами, после этого будешь, так сказать, вдыхать это зловоние еще достаточно много времени. А люди там работают. Ну и если речь идет о... Вы загнали в Никольск, он из Никольска сможет приехать в филармонию? Или из Никольска он сможет поехать в концертный зал? Иван Михайлович, лекция, перезвоню потом. Концертный зал, у нас есть концертный зал Мариинского театра. Есть одна сцена, есть другая сцена. Вот для вас этой сцены уже нет, если вы туда отправлены. А вот в Выборгском районе был завод Климова. Это не бедствующий завод, это завод, который... Климов называется он теперь. Который делает вертолетные двигатели. Куда-то отправили его тоже. Место там хорошее. Чего хорошее? Только для того, чтобы там жилой массив создать. И вот люди в этом жилом массиве, вот бандиты чувствуют себя очень хорошо, потому что, что вы, если это завод, коллектив, то там, как говорится, им не очень здорово жилось. А если это вот, большой многоквартирный дом, что бывает, когда закричат там? Люди тут... Что нужно делать, когда там на вас нападают? Что кричать в подъезде? Все имена. А? Все подряд имена. Нет, надо кричать пожар. Да, люди тогда открывают, подскакивают и тогда ловят этого. А если вы будете кричать «караул»? Все имена, может, куда-то. Поэтому вот, я думаю, что то, о чем мы говорим в этом курсе, о политическом подходе к всяким социальным таким явлениям и конфликтам, надо видеть, что город же это не просто вот это такой, район, где вот люди спят. Жилые дома, которые существуют для того, чтобы из них вот один раз деньги взять с них, а дальше брать с них по постоянной повышающейся норме плату за ЖКХ. Город это такое вот образование, которое, если ты основу вырвешь, производственную основу, экономическую, то он вообще рассыпается как город. Ну что собой сегодня представляет Москва? Этот вот завод Хруничева, который делает, так сказать, работает на космос. У него бешеные долги. Ну как может так быть, чтобы завод Хруничева был весь в долгах? Он что, он что, продает что-нибудь такое, что не нужно стране? Ну, наши в космос летают, спутники, значит, Международная космическая станция. Американцы, не имея сейчас средств доставки на МКС, американцев за 700 миллионов долларов мы 8 сейчас. Нет, ну, завод Хруничева у нас просто горит, не знаю, что с ним делать. Ну, а без него ничего нельзя, потому что без него уж совсем нельзя. Я уже не говорю о ЗИЛе, дескать, вот как там застроить территорию ЗИЛа. Территория ЗИЛа, там было 120 тысяч человек. 120 тысяч человек... работников ЗИЛа. Сейчас там нет ни одного, ЗИЛ закрыли. А вот мы будем для правительства делать правительственные машины. И что вы делаете? На коленке будете делать? Уничтожили цех роботов, уничтожили, распилили. Значит, мощнейший штамп, который, так сказать, станину делал автомобиль, тоже распилили. Начальник производства думал, может, сваривать теперь будем. Потом говорят, через ваш дом, куда вы перетащили станки, будет дорога проходить. Потом там сделали Ледовый дворец. И все, там будет дорога, там будет, значит, стадион, Ледовый дворец. Ну и опять жилье будет настроено, так сказать, что вас не удивляет. С одной стороны, всем строят, а попсунься насчет этого жилья. И мы знаем, сколько это стоит. Что сейчас при нынешних ставках по кредиту, по ипотеке, это одна квартира по цене трех. Всю жизнь будешь платить. И так сказать, все время будешь всю жизнь в долгах. Вот вся жизнь пройдет в том, что платить. И мы знаем с вами случаи, когда отцы семей прыгают с балконов. После того, как они понимают, что им никогда это не выплатить. Вот я был знаком с начальником КУГИ Центрального района Сергеем Кругликом. Он писал кандидатскую диссертацию по ипотеке, по политэкономии, по экономике, по экономической теории. Ну и показалось, что при тех вот ставках, какие у нас есть за кредит, никакого развития нормального
ипотека получить в России не может. Точно так же, как вот мы сейчас наблюдаем, что вот перед лицом тяжелого экономического положения роста нету. Нет роста сейчас, нуль. Что делает? Ну, казалось бы, человек не азы, если знает какой-то экономики, экономической науки, азы, он, значит, если знает, как получается рост. Все это разжевано, например, у Маркса в «Капитале» очень просто. Если вы хотите получить рост, что нужно делать? Во-первых, нужно амортизировать. То есть средства производства старые заменять. Если вы будете заменять их раз в 10 лет в России, то на амортизацию надо будет выделять всего, оценка наших средств производства, 73 триллиона. Значит, ежегодно должны, если в течение 10 лет мы должны поменять все оборудование, откладываться на амортизационные счета 7,3 триллиона. Поэтому, когда нам рассказывают, что вот выделили 10 миллиардов там на то-то, то-то, на улучшение техники, технологий, ну это вообще-то просто куром на смех. Какие 10 миллиардов, когда 7,3 триллиона должно быть ежегодно выделяться, и не откуда-то сверху там из бюджета падать, ни из какого бюджета не надо их брать. Каждое предприятие должно откладывать на амортизационные счета десятую часть. И это входит в издержки производства. Что происходит на самом деле? Вот эти вот 7,3 триллиона попадают в прибыль. Потому что никакой ответственности, если я, вот, будучи директором предприятия и собственником, не буду откладывать на амортизационные счета, какая у меня ответственность? Никакой. Никакой. А если вы хотите посмеяться, купите административный кодекс, или он точно называется «Кодекс об административных правонарушениях», и почитайте там. За уклонение от процедуры заключения коллективного договора – 5000. За невыполнение коллективного договора – 5000. Еще же вам не даст за 5000. У меня вот есть в кармане 5000, но вы пойдите на меня в суд подайте. Да помучитесь, а я-то пошли. Вот у меня юрист есть, она будет сидеть. Она вам покажет, что вы ничего не понимаете в юриспруденции. А потом вы пойдете к судебным приставам, а мы с ними будем судиться. Потому что они грубо вообще поступают и администрируют. И никогда вы эти 5 тысяч не получите. Такова реальность жизни. Это раз. Но это первое условие. Первое условие, не, а вы видите, что уничтожаются предприятия. Они просто стареют и умирают. И мы просто видим, как умирают. Вот, ну, ЗИЛ умер. Там, скажем, завод Свердлова, слышали? Видели? На набережной Свердлова. Хороший завод. На экспорт станки отправлял. У нас станкостроение. Что со станкостроением? Остались доли процента. Уничтожено станкостроение России. Они что, говорят, мы нефть продадим. Вот теперь смотрим. Какая будет цена на нефть? Да нам какое дело до цены на нефть? Мы что, сырьевая страна? Мы что это? Колония, что ли? Придаток Соединенных Штатов Америки, Западной Европы? Ну, это политический подход. Что у нас? Мы не можем создать станки. Значит, в космос мы можем запустить. Значит, наши двигатели ракетные на американских, так сказать, соответствующих ракетных производствах применяются. Это хорошо. А мы, значит, не можем вот здесь станки сделать. А где Ивановское станкостроительное объединение, которое делало обрабатывающие центры? Не слышали про него? Нет. Где оно? Все. Вот у моста Гренадерского. Нет, Кантемировского. Был завод Ильич станкостроительный. Где этот завод Ильич? И вот я озадаченный таким вопросом был на Белостровской, вдруг смотрю, это здание такое, сверху написано, золотыми буквами, крупно, Ильич. Думаю, ну надо же как. А я-то рассказываю, что нет завода. А потом я смотрю, ах, это бизнес-центр. Там люди садятся и бумаги пишут. В этом бизнес-центре под названием Ильич. Хорошо, но это амортизация. Куда она отправляется потом, эта сумма амортизации? Она в офшоры отправляется потом. Сначала в прибыль, от прибыли куда? Дальше что должен делать капиталист? Мы же сейчас не с позиции там социализма, коммунизма рассматриваем, а с позиции законов капитализма. Правильно? Мы как должны рассматривать? С позиции законов капитализма. Вот капитал – это самая убывающая стоимость, самая умирающая или самая возрастающая стоимость? Определение капитала какое? В чем? Самовозрастающий. Но чтобы оно возрастало, надо часть прибыли направлять на накопление. То есть на новые средства производства и на новую зарплату для новых работников. Ну, примерно, какая часть должна быть прибыли идти на накопление? Какая часть? Вот я получил прибыль. Я, значит, озабочен теперь чем? Как купить острова? Сколько островов купить? А вообще, чем должно быть озабочено государство, буржуазное?
Она должна быть озабочена тем, чтобы товарищи капиталисты поступали как капиталисты. То есть накопляли. Капиталисты накоплять должны. Накоплять. Скажем, ну вот 90% вы накопите, а 10% идите там куршавели, куда хотите, там промотайте. И никто вам слова не скажет. Вот, скажем, были люди, дворяне. Они, конечно, кутили сильно. И балы устраивали все. Но строить же всяческий собор. Что, вы при коммунистах построили? При капиталистах? Нет. Стоит прекрасный Смольный собор. Ну, лучше просто здание не придумаешь. Он в плохую погоду витает в облаках, а в хорошую погоду он витает в небесах. Ну, это просто изумительная красота. Это кто строили? Тоже там были всякие проблемы. Там повесился один, который отвечал за финансы в этом самом в соборе Смольнинском, поэтому его не освещали. Поэтому он и использовался долгое время только как концертный зал. А перед этим еще склад там был. Казанский Эрмитаж. Возьмите вы такое здание, которое вот оказалось самым, оказывается, удобным для проведения конгрессов. Потому что, скажем, Ленин дал задание, как председатель наркома, найти такой зал, в котором провести первый конгресс Коминтерна. Стали смотреть. Оказалось, что лучше Потемкинского этого самого Таврического дворца и нету. А кто его строил? При Екатерине построили. Что, Екатерина, она, так сказать, в роскоши не утопала? Утопала. Но они же строили дворцы. Они построили парк прекрасный. Значит, тут Потемкинское, тут Таврическое, тут Таврический дворец. 2000 человек в нем. Столько, сколько в Мариинском дворце мест. А он там вроде как одноэтажный, такой дом небольшой. Сейчас там ассамблея стран СНГ. А раньше там был университет марксизма-ленинизма. Я там читал лекции партийно-хозяйственному активу. Я там все, значит, лесенки исходил. Знаю хорошо. Изумительное здание. Эрмитаж. Ну как, тоже. Вот цари такие роскошествовали. Но они же строили. А тут... Для себя. А эти для кого? Они для себя, но они для себя где-то там вот все хотели. Там где-то там. Так они для себя в России делали. А эти делают для себя на случай, если они отсюда будут убегать. А почему будут? Потому что они преступники. Они преступники по отношению к капитализму. Вы что делаете-то? Вы же не капиталисты. То есть надо этих всех, вот кто не капиталист, из капиталистов вышибать. Для этого нужен соответствующий закон. Закон такой, что вы обязаны накапливать 90%. Остальное ваше дело. На Западе сколько наследия, если умирает капиталист? Какая, так сказать, сумма наследства переходит государству? 90%. Откуда я знаю? Дети. Ну, как сплошь и рядом известно, что папа хороший организатор производства, а дети его размотают это все производство и уничтожат. Или наоборот. Вот, например, у нас Рогозин такой был, крупный довольно предприниматель, современный, который в Кингисеппе создал завод, водочное производство, потом организовал производство бутылок стеклянных под Кингисеппом. Потом он должен был сделать крупное производство стекла оконного в Новгородской области. Все было подписано. А потом поехал на снегоходе по Финскому заливу, провалился под лед и утонул. И наследником его папа стал. Папа что сделал? Все, что мог, превратить в деньги, продал. Все. Никакого стекольного завода. Вот эта вот яма около Московского вокзала, там, где предполагалась высокоскоростная магистраль, для нее был вокзал, и который вообще-то принадлежит, в принципе, вокзалу исторически. Как может вокзал расширять, когда уже взяли и застроили теперь вот этой галереей? Эту яму продали, отец этого Рогозина продал, там построили быструю галерею, и теперь там, если вы что-то напридумываете, то вы же как вокзал куда-то, я не знаю, передвигаете, что ли, потому что в сторону там уже гараж. Никак нельзя. Там не гараж. Там и гараж, там все, там магазин крупнейший, там скульптуры поставили. Все. Но развития нету для железной дороги и так далее. То есть на Западе 90% говорят, у нас нет никаких налогов, пожалуйста, наследство. Все хорошо. Я уже не говорю о том, что на ком лежит основная ноша финансирования бюджета. У нас бюджет пополняется а. от труда и б. от собственности. Мы же в буржуазном государстве живем.
То есть я могу иметь собственность, не иметь и ничего не делать, правильно? Я, может быть, раньше много делал, вот это вы ничего не делали, а я вот все время трудился, и теперь у меня много-много заводов, как у Пугачева вдруг оказался. И Северная верфь, и Балтийский завод. Ну, что он такое вот делал? Наверное, очень много работал. Я думаю, на стройке он, наверное, носилки носил. И вот он наносил, что у него теперь собственность, и стал потом долго у него отбирали эти самые заводы. И да, Владимир Владимирович вмешивался, и ведь изощрились, и теперь там ООО, Балтийский завод, другое уже предприятие, на том повесили все долги, а заказы пошли на новое предприятие, уже, так сказать, выкрутились. А тот вроде обанкротился. Как такое может быть? Так вот, как вы думаете, какие налоги у нас на доходы от собственности? Как называются доходы от собственности? Ну, доходы от труда – это подоходный налог, 13%. Да? А от собственности? У вас есть чувство, у вас нет собственности? Собственность есть у вас? У вас есть завод собственности? Есть? Ну, сколько вы? Налог на дивиденды. Налог на дивиденды. Сколько вы платите? Я чувствую, у вас есть завод. Не платите? То есть у вас есть завод, и вы не платите? Безобразие какое. Мы не можем потерпеть это в нашей группе. Вы уж, пожалуйста, заплатите. Тоже 13%, да? Нет. Чего так вот? Вы оптимист, конечно. Вы хорошо думаете про нашу буржуазию. 25. А? 25. Да ладно. 9. 9. То есть, если вот у вас там зарплата 15 тысяч, вы заплатите 13%. А если у меня 15 миллиардов, да я на них получаю дивиденды, допустим, 1,2 миллиарда в год, то на дивиденды я буду оплачивать. Со ставкой 9%. Поэтому люди темные считают, что у нас плоская система налогообложения. Это темные люди. Они не знают, что у нас регрессивная система налогообложения. Регрессивная. Чем больше денег, то есть только скачком. То есть пока вы еще, так сказать, как бы хоть генеральный директор там или крупный менеджер, вы платите 13%. А если я собственник и вообще могу ничего не делать, то вот буду сидеть, ничего не буду делать. А деньги будут идти на дивиденды каждый год. Собрание акционеров принимает решение выплатить дивиденды, я буду сидеть и получать. И все. И чем? Вам не нравится такой строй? Мне очень нравится. Очень хорошо. Правда, хорошо? Вот мы уже нашли у нас уже вообще. Не надо есть. Вот. У вас, вы нам чуждые элементы. Вы завидуете нам, я чувствую. А не надо хорошему завидовать. Не надо. Просто мы удачники вот с ней. А вы неудачники. Вот это уже дело. Мы успешные с ней. Вы сейчас это все, терминология-то вы слушаете какая? Успешные. А вы неуспешные. Потом мы элита. Почему элита? Если у нас денег много, мы элита. А если у вас мало, вы не элита. Потому что как сейчас меряется, что элита, что вообще элита – это самое лучшее, да, по идее? Вот элитное зерно – это самое хорошее. Поэтому вообще говоря, если говорить так строго научно, это не значит, что если у меня много денег, то я элита. Но тут как бы в обществе, где мерилом, так сказать, веса, так сказать, в обществе является только количество денег, тогда получается так, если у меня больше денег, то значит я элита. Профессор Рященко, с которым мы работали на экономическом факультете, Борис Романович теперь уже покойный, в войну он был разведчиком, он говорил так, оценивает ситуацию. Деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, паршивый сволочь. Так что нужно для роста нашей экономики? Ну, нужно сделать так, чтобы, так сказать, нужно сделать простой закон, который требует накапливать часть прибыли и обращать ее на нужды производства. К чему это приведет? Это приведет к росту прибыли у капиталистов, потому что капитал будет расти, и дивиденды будут расти, потому что если вы обращаете не на личное потребление, а в капитал, то вот этот объем капитала, он же становится больше, а по ставке 9% не так много и платить будет. Правильно? Нет. И вот как бы нам из офшоров вернуть, так это все равно, что вот рыба уплыла, вы за хвост ее потом пытаетесь ухватить. Не надо, чтобы она уплывала туда. Если повысить зарплату рабочим, если вы повысили зарплату рабочим, что будет? Деньги останутся где? В России или уедут за границу? Ну, рабочие понесут, куда эти деньги там, рабочие, инженеры, куда они понесут? Они понесут в магазины.
Увеличится спрос. Соответственно, значит, все это вот то, что у нас стареет и лежит на полках очень долго, значит, будет уходить. Будет уходить, значит, появится предложение. Появится предложение, увеличится масштабы производства. С увеличением масштаба производства применяется более современная техника, повышается производительность труда. С повышением производительности труда сокращаются издержки, возрастает прибыль. Чего непонятного, я сказал? Что тут непонятного? И вот товарищ Нагиуллина, который видит, горит, понимаешь, экономика, она прибегает с канистры и начинает тушить пожар. Вот пока мы с вами тут только встречались в прошлый раз, 2 недели назад, было 8% ставка рефинансирования. 9,5. Мы собрали, говорит, совещание и приняли. 9,5. Но это уму непостижимо. Я тоже, так сказать, ну, я профессор по кафедре экономики и права, я еще и кандидат экономических наук. Но это на элементарном уровне понятно, что если у вас сейчас перекрываются каналы получения иностранных займов, а куда бросались все наши предприятия? Туда, где дешевле, там, где было 1,5-2% в Соединенных Штатах Америки, туда пошли. Вот, вот он патриот. Я ему говорю, вы как патриот должны пойти и взять под 20%. Он скажет, да пошли вы со своими этими лозунгами патриотическими, если там, если вы такой хороший в нашей России, сделайте тоже 1,5, я с удовольствием возьму в Россию. А вы сделали 8, только ставку рефинансируем, мне дают как минимум 12%. Меньше 12% промышленность взять не может нигде. И вы хотите, чтобы я... А теперь и туда вам тоже не пойти. Там не дают, там короткие только деньги. Западная Европа, там было 3-4. От 2 до 2,5-3. Ну, 2,5-3 – это же не 19. Не 19. Нет, ну что, они посидели. Причем ни слова вообще о развитии экономики. Ни слова. Я, наконец, у государственных деятелей услышал, позавчера выступал товарищ Миронов. И, наконец, он сказал, наш банк вообще не занимается производством, там духа производства нет. Он не занимается вообще стимулированием подъема нашего производства. Вообще, кому он подчиняется, наш Центробанк? Это еще большой вопрос. Другие прямо говорят, что он подчиняется американской резервной системе федеральной. То есть, по крайней мере, я не собираюсь, так сказать, выяснять вот такую... так сказать, чисто юридическую канву, а я говорю о том, что нужно делать экономически. То есть у нас есть наше государство, но наше государство буржуазное должно, по крайней мере, озаботиться об увеличении капитала, хотя бы российской буржуазии. Наше государство озабочено увеличением капитала американской буржуазии. Значит, один отвез туда весь наши резервные фонды, Кудрин, под 2%. Под 2%, что мы на территории России не можем организовать производство, которое дало бы прибыль выше 2%. Значит, как кредит, так давайте 12. Так 2-то уж всяко получили, ну 10 бы получили, 10-то получают. Что вот источник, что у нас нет денег, денег полно. Значит, поэтому, когда начинается вот это, когда люди требуют вот улучшение по тем или иным параметрам коллективного договора, это означает, что увеличатся расходы. Эти расходы куда вложения? В работников. Вот это вложение в работников. Вложение в работников приведут к улучшению экономического состояния предприятия. И что могут сказать люди? Ну, не совсем так эти узколобые. Конечно, приведут. Если вы... Мне приходилось выступать в Думе с проектом Трудового кодекса. Говорит, я шел туда, думал, ну что я буду этим людям говорить? Они все представители работодателя. Ну я так вот, исходя из этого, и к ним обратился. Говорю, ну вот вы хотите ехать на коне. Ну вы его собираетесь, этого коня, гнилой соломой кормить? Или вот хороший, давайте ему овес. Ну вы кормите его гнилой соломой, он сломает, упадет, сломает вам шею. Он встанет. Вам сломает шею. Вам это надо? Но если вы не обеспечиваете развитие, связанное с, там, с длиной рабочего дня, с отпуском, с медициной, своих работников, ну как вы хотите поднять производство? Вот у нас, ну, вроде бы и неплохой лозунг. Давайте возьмем лучшее Запада. Я за. Давайте почитаем Форда.
Он крупнейший миллиардер американский. Вы любите Америку? У нас многие любят. Хорошо. Давайте вот, вот то, что вы любите, будем читать. Не то, что вы не любите, то, что вы любите, да? Вот Америка. Вы Форд для вас авторитет или нет? Вы автомобили любите? Любите. Ну, вот автомобили он делал. Все знают. Ну, Форд что говорил? Что нужно сначала... А! Убрать всякую грязь на рабочих местах. Все покрасить светлый цвет, все цеха. Чтобы люди видели, как люди работали, не как свиньи. Раз. Второе. Поднять им зарплату. Два. И третье, говорит, я не буду делать машины только для богатых. Если я буду делать машины для, только для богатых, я буду делать только работать на капризы богатых. Потому что они скажут, вот это мне вот так переделал, вот это так переделал. И это будет вручную. Я, говорит, инженер, изобретатель. Я не хочу, чтобы у меня был ручной труд. Я буду работать сразу на большое количество автомобилей. Поэтому я буду работать на, так сказать, широкий круг потребителей. Судились с ним капиталисты. Почему? Потому что, дескать, он перетягивает себе лучших работников. Ну, перетягиваете вы, повысите зарплату ему, и перетягиваете вы. Нет, они с ним судили, хотели его в тюрьму засадить. И вот суд был присяжных, он обратился к присяжным. Вот вы работаете там в булочной, вы работаете там-то. Ну вот наши рабочие, которые получат большую зарплату, которую я им заплатил, куда они пойдут? Они пойдут к вам. И у вас будет доход, и у вас будет доход, и у вас будет доход. Граждане, присяжные заседатели, проголосуйте правильно. И они проголосовали. И вот в тюрьму не посадили. Ну хотели посадить. Ну есть опыт, но вы возьмите... Пример-то лучший. Нам намекают, что время истекло. На этой ноте нам придется сегодня завершить и сказать вам, что вот в течение трех недель до начала декабря вам нужно подготовить самостоятельную работу с анализом этого коллективного договора, из которого будет ясно, насколько глубоко и политически зрело вы можете оценивать такие серьезные практические документы, которые являются вот одними из лучших в России. Это один из лучших коллективных договоров в России вообще. Если не самый лучший. Возможно, что самый лучший. Такого конкурса не устраивали, но если думаю, чтобы устроили конкурс, то он бы победил. Вопрос есть ко мне? Ограниченный. 4. Так что вы того самого, вот просите у товарища, пусть они полторы недели кто-нибудь сделает, кто-нибудь возьмет на себя обязательство и отдаст экземпляр. Или просто когда на выходе забрать они, все, им неудобно будет обратно забирать у вас. Еще есть вопросы? Так, желаем вам творческих успехов. Спасибо. До следующего раза.